अगर अपना नाम दे देना और Мне тут плохо сидеть. Нормально я тут сидеть буду, нет? Мне не слышно, я хочу А кому имя туда дать? Я не поняла, я что-то имя такого не знаю. Кого? Имя кому ты сказал дать надо? Кто на Хариш, Хариш, это Харидев. Кто так? Харидев. В общем, дай мое имя. Можно говорить? Всем вайшнавам вайшнаве. Вчера мы слушали, как Шанкарджи, как Праджапати дал оскорбление Шанкаре. Но Шуда Сарасвати, она на языке эти оскорбления превратила в прославление Шанкарджи. Например, Ангар Боли Баба. Повествования вайшнава всегда чисты. Повествование жизни вайшнава всегда чистое. Оно и ниргун, шуда сатва, нет никаких дефектов у вайшнава. Просто иногда полезные уроки. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, Бхактивинода. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, я даже смотреть не хочу в лицо человеку, который оскорбляет вайшнава. Шанкар же всегда чистый. У него не может быть никаких дефектов. Дакша Праджапати, он такие слова говорил. Здесь говорится, я мать свою прекрасную сати отдал этому негодяю. Я просто потому, что Брахма велел мне это сделать. Унмад. То есть он его называл безумцем. Унмад обозначает безумца. Это оскорбление. Но Сарасвати Деви превратила это в тот, кто мало его понимает. Как его можно понять? Он же в лесу живет. Шанкарджа
у него луной себя он украшает. Луна, которая с дефекта. Пеплом себя осыпает. Какая у него одежда там? Одежда, шкура. И Сарасвати Деви говорит, Тасмат Унмадана. Чей он господин? Для бхутов он господин. То есть тот его грязным назвал. Он же себя пеплом осыпает. Но это считается очень грязным, пепел из крематории. Но Шуда Сарасвати сказал, нет. Разве он грязный? Нет, он в высшей степени чистый. Потому что у него чей там пепел? Саду, вайшнавов. Как он может быть грязным? Не поняла. Кришна, Ари, Кришна, 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 Ари, 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 Рама, Ари, Рама, Рама. Видели, какой большой крематорий вы по Вриндаване построили? Ша, то есть как его Шанте? Но Шанкар же просто улыбался в ответ. А это его еще больше разозлило. Я его оскорбляю, он мне улыбается в ответ. И огонь сполыхал в нем. Не получите вы мест, ты не получишь ты место рядом с деватами. Продал ему проклятие такое. А кто такие деваты? Где сварга? И где, говорит, Шанкара? Со сварги они все падают, когда пуня у них заканчивается. Деваты, у них сварта, у них личная заинтересованность, у них они с выгодой вырастают духовно. Как это с Шанкарой может сравниться? То есть это только прославление, что он рядом с ними не будет сидеть. Даже с ними есть не будет. Ну, правильно, потому что вайшнавы с вайшнавами должны есть. Так, Шуда Сарасвати. Слыша все это, Нанди встал. У Шанкар же такая сила, о которой даже не подозреваете. А сейчас можете вот так говорить все, что угодно. Харихарнинда. Шанкарджи и Бхагаван. Те, кто слушает оскорбления Шанкарджи или Господа Хари, тот теряет все свое благочестие. И грех большой обретает. Нанди воспылал гневом.
вот в этом теле мешок костей там. Тело из плоти, это ты полностью находишься в этой телесной концепции. А Господь Хари, Он Харигар Атма, Он не отличен от Господа Хари. И ты такое говоришь о Нем, я тебе тоже проклятие даю. Какое он проклятие наложил? Кали-юге. Нищими будете, попрошайничать будете. Побираться будете. То есть, так, а там сидели главные браманы. Вот они сейчас обрадовались-то. Они тогда, как когда, сейчас они огорчились. Что он пролил? Чтобы все благополучие они потеряли, чтобы больше их никто не считал их за браманов, чтобы больше они не разбирали, что чистое, что правильно, что неправильно. В Бенгалии и мясо едят браманы, сейчас говорят. Даже мясо коров, говорит. Какая там может быть сила гайтри или еще в чего-то там, полностью падшая. Очень редко встретить настоящего брамана в Кали-югу, который бы выполнял все обязанности брамана. Раньше браманы знания хранили, передавали. А тут Танди проклял, чтобы они его потеряли. Вот то, что сейчас и можно видеть везде. В Кали-югу. Посмотрите, как оно работает, это проклятие. Так ведь и есть. Шанкарджи. Шанкарджи не понравилось, что дали проклятие браманам. Что? Всем браманам, чтобы Кали-юга. А, нет, это Праджабы. Что? Всех браманов прокляли? Я сейчас покажу. Я еще больше даю проклятия. И что он тогда произнес? Кали-югу, все последователи Шанкары,
нечистыми будут, по, мало того, еще и атеистами, по кандеи, а все атеистами станут. Не потеряют все значение шастр. Не смогут различать, что чистое, что грязное. То есть те тела будут свои в нечистоте содержать. Они вот сейчас и пьют, и Шиву мантру повторили, потом пошел, покурил, пошел, выпил. Шанкара Парам Вайшнав, он только лишь живет ради того, чтобы вкушать Кришна Бхакти Раса, его Амша Хануман. А сейчас все эти души, дефекты Шанкары приписывают. И Шанкара думал, ну что же это за ситуация, это сейчас разворачивается. И он решил уйти. Вишванатх Чакра Такур говорит хорошие слова. Кто такой Нанди? Это Бхакта Шанкара. И Бриг, а Шанкарджи не стал в этом участвовать и ушел. Вишванатх Чакур говорит, у Шанкары два сварупа. Одна Рудра, а вторая Сада Шива. Когда он Сада Шива в форме Вайшнава Руп, то ему Вайшнава поклоняются. Как мы, например, Гопешвару Махадеву поклоняемся, Чаклешвару Махадеву поклоняемся, Камешвару Махадеву, Шиласанатана Гасампе. Какая кама мантра у Гопешвара? О, Боли Баба. То, что... То есть он... мы поклоняемся Шанкаре, как, чтобы он даровал нам Рада, прему для Рады и Кришны. Потому что он вайшнав, у него есть это. Бхакти мы просим у Шанкары. Шанкараджи пересказывал Рамайну для Парвати. Откуда все Пураны? Это Шанкара и Парвати рассказывают. То есть у него Сада Шива Сварупа.
А вот когда он в форме Рудра, а вот все эти проклятия достались последователям, кто Рудре поклоняет. Когда они поклоняются как Верховному Господу отдельно. То есть, когда ты поклоняешься как Рудре, то тебе те качества переходят, и тогда на тебя будет распространяться проклятие Нанды. А если ты поклоняешься ему как Садашиве, то не будет распространяться это проклятие. Поэтому очень многие те, которые упали, которые пьют, курят и мясо едят, они как Рудре ему поклоняются, а не как Вайшнаву. Так, браманам дали поклонение, но это не вайшнавам браманам, а смарта браманам. Кармаканды, те, которые выполняют указания вед ради личной выгоды. Вот на них будет распространяться проклятие браманов. А также Праджапати и Бригу. А потом ведь всем досталось. А дальше Праджапати даже голову другую поставили. Почему голову? Голова, она очень важное значение имеет. Потому что результат, да. Thank you.